На заборе тоже написано: вскоре в Иванове этот афоризм потеряет свою актуальность. Запретить рекламу на любых уличных ограждениях — с такой инициативой на совместном заседании комитетов Ивановской городской думы выступила мэрия. Распоряжение правительства Ивановской области от 2 марта 2011 года, номер 47, утверждена концепция развития наружной рекламы в Ивановской области на 2011-2014 года. Основными задачами в том числе является определение перспективных направлений развития наружной рекламы, создание условий для внедрения высокотехнологичных рекламных конструкций, коим, естественно, реклама на ограждениях ни в коей мере не является. Не так давно похожий закон был принят в отношении рекламы на фасадах зданий. Тогда нареканий к нему не возникло. Сейчас основные опасения вызывает реакция УФАС на такого рода инициативу. Но размещение рекламы, согласно ей, будет запрещено не каким-то определенным компаниям, а абсолютно всем. А значит, ничьи права ущемлены не будут. Не нанесет это и существенного удара по городскому бюджету, так как на данный момент все рекламные баннеры установлены только на заборах частных владений. Если будет потерь, то только от госпошлины, которая платится один раз на 5 лет в данном случае. Но, честно говоря, это совершенно небольшое количество и небольшая сумма, поэтому, говорю, у нас есть заявки на другие рекламные конструкции, которые будут также развиваться. Соответственно, эта госпошлина просто перейдет на другие виды разрешений. А вот город преобразится. Без огромных рекламных баннеров улицы предстанут в своем естественном виде. Но и изъяны ограждений также ничто скрывать не будет. Однако эта мысль осталась за рамками обсуждения депутатов. Вопрос вынесли на рассмотрение регионального парламента. Наталья Романова, Андрей Семиволков, Денис Денисов, РТВ Иваново.